Наш эфир продолжает программа Ивана Денисова, так и называет «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. И начнем мы сегодня с темы, которую вы обозначили, память Уолтера Уильямса. Да, к сожалению, начинаем с грустного. Ну, вот так получается, что вообще год не очень много положительных эмоций нам приносил, приносит. Ну, будем надеяться, что он скоро кончится, будет веселее. Но, тем не менее, вот декабрь начался с очень большой потери. А, как и всегда, с такими людьми, как Уолтер Уильямс, не только даже для Соединенных Штатов, а для всего мира. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И начнем мы действительно вот с истории про этого удивительного во многом человека. Уолтеру Уильямсу лет было уже достаточно, 84 года, но все равно, как всегда, когда говоришь о таких людях, как он или Томас Соуэлл, то Соуэлл, к счастью, живой, дай бог ему еще долгих лет, всегда ощущение такое, что человек ушел в неподходящий момент, и что вот именно сейчас его здравый смысл, его оценки, его умение анализировать ситуацию и объяснять очень сложные вещи доходчивым языком, что именно сейчас такой человек и нужен. Уильямс – это действительно человек на все времена. Он всегда шел против устоявшихся каких-то догматических установок, и при этом он действительно оставался консерватором в лучшем понимании этого слова. Под консерватором я имею в виду человека, который следовал установкам отцов-основателей и всему тому, что мы с вами ассоциируем с американским консерватизмом. Уолтер Уильямс, он немного в тени своего друга, лучшего друга, кстати, того самого Соуэлла, ну и человека, с которым тоже он был в хороших отношениях, Кларенса Томаса. Как вы уже поняли, Уолтер Уильямс – это не просто консерватор, а чернокожий консерватор. И хотя это, конечно же, не важно, но так или иначе нам это надо с вами упомянуть, чтобы оценить масштаб его личности. Так как Уильямс всего добился сам в своей жизни, он чем только он побывал в армии, где из-за столкновений с начальством чуть было не угодил под военно-полевой суд со всеми последствиями. Он работал таксистом, он жил в не самых лучших местах, поэтому изучал карате, у него был черный пояс, и на него несколько раз нападали грабители, и для них грабители это плохо заканчивалось. И он в таких условиях сделал серьезную карьеру академическую, прежде всего в области экономики он преподавал в университете Джорджа Мейсона, и его удивительный интеллект позволял ему писать на самые разные темы. Да, он чаще всего опирался на вопросы с экономикой связанные, но если вы почитаете его книги, если вы почитаете его колонки, они выходили каждую неделю, я, например, их не пропускал, то, конечно же, вы удивитесь и восхититесь, ну, если многие из вас, я уверен, уже удивлялись и восхищались, читая его все эти годы, тому, что, кажется, нет такой темы, которую Уильямс бы не затронул и которую бы он не характеризовал и не объяснил бы всем нам. Я из вредности все-таки замечу, что не во всем, конечно же, с ним соглашался, но нельзя во всем соглашаться с человеком. Порой какие-то либертарианские установки, на мой взгляд, брали верх над реалиями, даже для такого человека, как он, в вопросах свободной торговли, в его отношении, например, к Линкольну, но это уже все-таки детали. Я здесь останавливаюсь на некоторых идеях, которые Уильямс часто повторял и которые всем нам, уверен, покажутся знакомыми и понятными, ну, сколько мне позволит время. Ну, например, Уильямс, естественно, много писал о чернокожей общине и особое внимание уделял тому, что правительственные меры
которые якобы нацелены на помощь чернокожим, они все ведут совсем в другую сторону. А именно чернокожих уничтожают, как людей свободолюбивых, стремящихся преуспеть в обществе и добиваться успеха. При этом многие, когда Уильямс только начал выступать, его еще не видели. Это тогда на телевидении он появлялся редко, интернета не было, фотографии его тоже не печатались. Его довольно быстро объявили белым расистом. Когда он все-таки, его люди увидели, то шок для многих был серьезный. Потому что Уильямс говорил, что все законы нацелены на повышение пресловутого минимальной оплаты труда, ведут к тому, что черное население окажется безработным. Все действия правительства, нацеленные на укрепление диктата профсоюзов, так или иначе приводят к тому, что профсоюзы вытесняют прежде всего именно черное население в ряде случаев с рабочих мест. Что когда правительство обкладывает чернокожих своими программами, то лишает их самостоятельности и превращает их в безвольную массу, лишенную, повторяю, желания чего-то добиться и преуспеть. У Уильямса был очень простой рецепт, когда ему говорили, почему у чернокожих, чернокожие не добиваются такого успеха, как белые, он говорил, что добиваются, просто надо следовать 4 правилам. Это закончить школу, получить потом образование, не заводить детей, пока не завел семью, работать и не связываться с преступниками. Все. У вас в жизни почти все получится. И Уильямс своим примером это и доказывал. Уильямс неоднократно объяснял, что все разговоры о бедности и о нищете в Америке, они все сильно преувеличены, и что люди, которых левые выдают за бедных, они все в другой любой стране считались бы вполне себе преуспевающими, и в том числе и чернокожие. Он объяснял, как те, кто сегодня числятся бедными, оставаясь на, продолжая работать, через несколько лет так или иначе переходят в другую категорию людей. Соуэлл тоже про это писал, но и Уильямс много этому уделял внимания. То есть, когда вам говорят, что вот не изменилась ситуация, столько-то было бедных 10 лет назад и богатых столько-то и сегодня, Уильямс объяснил, что если вы проследите, то увидите, что бедные, которые были 10 лет назад, условно говоря, бедными, сегодня они переместились в средний класс или в богатые, а на их место пришли новые молодые люди, еще не квалифицированные, которые тоже, в конце концов, если будут стараться, добьются большого успеха. Естественно, образованию Уильямс тоже уделял много внимания и отмечал, что главная проблема образования то, что опять он говорил о черных прежде всего, но не только, что когда предметы наука стали заменяться на борьбу с расизмом, сексизм и так далее и тому подобное, а меры по дисциплине снижаться, то получили, что получили, а именно уровень образования резко упал. У Уильямса еще очень такая была интересная манера, он в своей колонке писал по принципу, и выступление, кстати, тоже, идея, потом высказывание вроде бы его оппонентов, и потом он их опровергал. Вот, например, когда он объяснял и показывал, что раньше, когда чернокожие дети, подростки слушались учителей, учились, старались и стремились добиться чего-то, то в черных школах уровень был немногим ниже белых, а порой и выше. Ну, а сейчас соответственно. Поэтому Уильямс даже выступал за наказание для подростков, вплоть для отправки их на исправительные работы. И когда, как он в своих писал колонках, вы мне скажете, это жестоко, я вам отвечу, что мешать учиться людям, которые ходят в школу для того, чтобы учиться, это гораздо более жестоко, поэтому давайте уважать их тоже. Много Уильямс писал и о левом засилье в университетах тоже, с которым сталкивался лично, естественно, и о том, что университеты стали превращаться в фабрики промывания мозгов, хотя он сам, естественно, стремился этому противостоять. Много он писал о действиях правительства по насаждению различных социалистических мер.
Уильямс четко придерживался мнения, что истерия вокруг глобального потепления и изменения климата надуманная и преувеличенная, и тоже подробно объяснял, ссылаясь на источники, что и как, и что все это лишь повод контролировать людей, обкладывать их новыми налогами и делать все, что заблагорассудится, к сожалению, правительству. А Уильямс, естественно, выступал за, за право на оружие и против контроля над оружием. У него, помню, тоже был в колонке очень хороший ход, когда он пишет, что, вот, скажем, в 50-е годы, в 40-е, у людей было очень много оружия на руках законного, но при этом уровень преступных этих вот шутингов, естественно, при случаях, когда люди стреляли друг в друга ни с того ни с сего, был очень низкий. А теперь вдруг поменялось, вроде бы усиливаются меры, а случаев насилия все больше и больше. И что, оружие вдруг стало себя плохо вести, и его надо наказывать? Нет, дело, конечно же, не в оружии, но правительство вот исходит из того, что во всем виноваты неодушевленные предметы, и вместо того, чтобы пытаться делать то, о чем я уже говорил, цитируя Уильямса, следить за образованием, следить за тем, чтобы люди чувствовали себя более свободными, не промывать им мозги, вот накладывают все новые и новые ограничения, которые приводят лишь к противоположному эффекту, и ситуацию только ухудшают. А многие либертарианцы, кстати говоря, вот, к сожалению, подхватили тему свободных открытых границ, но Уильямс, отдадим ему должное, здесь всегда был против нелегальной иммиграции. У него было объяснение очень простое, а именно, что когда нам говорят, Америку создавали иммигранты, или что в Америку всегда приезжало много иностранцев, то мы забываем, что это было когда. Когда не было пресловутого welfare state, социального государства. И когда люди приезжали сюда и шли работать. А как только появилась эта сложная система льгот, выплат и так далее, то, естественно, нелегалы и приезжают, получают все прелести, все льготы жизни, но абсолютно в общество не вписываются. Потому что, когда приезжаешь работать, устраивать свою семью, зарабатывать на жизнь, то автоматически становишься консерватором, так или иначе, и, естественно, озабочен тем, чтобы свои деньги сохранять, а не отдавать их правительству, неизвестно для чего. Тогда как нынешние нелегалы, они приезжают просто, чтобы жить за чужой счет. И когда опять Уильям в своей манере приводит доводы своих оппонентов, когда он говорит, что нужно ужесточить законы, необходимо ужесточить пограничный контроль, что американцы имеют полное право решать, кого им пускать, а кого не пускать, и депортировать нелегалов. Да, говорит Уильямс, меня часто критикуют и высказывают мне претензии, вы не можете депортировать всех нелегалов. На что я отвечаю, мы не можем предотвратить все убийства и изнасилования, к сожалению, но все-таки мы что-то делаем, чтобы их остановить, правильно? Значит, надо что-то делать для борьбы с нелегалами. И здесь, я думаю, он тоже был прав. А среди других мишеней Уильямса было еще и выдуманные права, были выдуманные права, которых в Конституции нет, но которые объявляются таковыми. И здесь он очень умело доводил их до абсурда, объясняя, какая глупость, когда эти права превращаются в то, что, за что нужно платить другим. Скажем, объясняя, что нет никакого права у человека на медобслуживание как такового, то Уильямс говорил, что вот, посмотрите сами, представьте себе, что вам говорят, у нас есть право на свободу слова и право на медицинское обслуживание. Но, если следовать логике, то право на медицинское обслуживание подразумевает, что кто-то будет, правительство будет оплачивать, да, вашу страховку, вашу медицинское обслуживание и так далее. То есть, по этой логике, вы, если у вас свобода слова, вы должны требовать, чтобы правительство вам давало обязательно зал, оборудование, собственную газету, все, чтобы вы высказывали, все, что вам захотелось. Если у вас есть право на перемещение, то по той же логике вы должны требовать, чтобы правительство оплачивало вам все поездки, куда бы вы ни захотели, вне зависимости от возраста и так далее.
То есть опять Уильямс эту идею либералов, левых, доводил до абсурда и объяснял, что, конечно же, в Конституции ее нет, и это абсолютный вымысел. В вопросах международной политики Уильямс тоже расходился, к счастью, со многими либертарианцами, полагая, что военное вмешательство иногда нужно, и что в ряде случаев, когда есть возможность двух ошибок, то есть, условно говоря, у Хусейна может быть оружие массового поражения или его может не быть, но ошибка, если вы считаете, что его нет, а оно находится и он пускает его в ход, она гораздо более опасная, чем ошибка, если вы считаете, что это оружие у него, что это оружие у него есть, и его свергаете. Я, кстати, думаю, здесь Уильямс был прав. Уильямс считал, что Западу необходимо отказаться, естественно, от строительства демократии, но всегда быть готовым защищаться. У Уильямса не было никаких иллюзий про то, что о мирном исламе и так далее и тому подобное. А Уильямс был большим другом Израиля. И когда у него спрашивали, согласен ли он с идеей «Земля в обмен на мир», он отвечал, если израильтяне этого хотят, то пожалуйста, но пусть израильтяне ставят условия. Если они вдруг какую-то землю отдают, желательно небольшой участок, и хоть один теракт происходит через 6 месяцев после этого, они забирают у арабов гораздо большую территорию, потому что имеют на это полное право. Повторюсь еще раз, Уильямс в ближневосточном конфликте был всецело на стороне Израиля, чем тоже выгодно отличался от некоторых либертарианцев, отдадим ему должное. То есть, как видите, человек затронул даже в этом моем небольшом рассказе очень много тем. В жизни он был доброжелательным, все это отмечают, кто его знал. Хотя, естественно, он критиковал, как вы уже сами поняли, правительственные пособия, все, что с ними связано. И многие до сих пор вспоминают, как он шокировал ведущих и публику на каком-то телешоу, где женщина стала слезливо рассказывать, что у нее много детей, она их завела и не может, не хватает пособий. На что Уильям сказал, а не стоило ли подумать об этом немного раньше, когда вы заводили этих детей вне брака. Естественно, Уильямс был прав, согласитесь. Но, сами понимаете, в каком-то там мейнстримном телешоу чернокожий вдруг заявляет такое, это было, да, шоковое заявление. Кстати, порой, может, кто-то из вас даже его слышал, Уильямс еще подменял Раша Лимбо на его передачах, такое тоже было. Ну вот, при всем при этом, при таких вот высказываниях, все знали, что Уильямс, как и многие, кстати, консерваторы, кто выступает против государственных пособий и выплат, к нему всегда могли обратиться друзья, порой студенты и те, кто испытывал проблемы и нужды. Уильямс всегда помогал, потому что, да, личная помощь людям – это одно, а государственная – это совсем другое. И помощь от Уильямса все всегда и могли получить. Поэтому, когда есть такое вот избитое уже, но красивое выражение «американский оригинал», так называют незаурядных, выдающихся людей, которые украсили американскую историю, американскую культуру, американскую общественную жизнь, то, безусловно, Уолтер Уильямс был американским оригиналом. Как видите, его оригинальность делала его образцом во многом консервативного публициста, консервативного аналитика. Конечно же, очень печально, что теперь мы этого человека лишились. Печально, что такого оригинала не стало. Но, естественно, у нас остались его книги, его колонки. Повторяю, я вам советую их находить, перечитывать. Может, с чем-то вы будете соглашаться, с чем-то не будете. Но неизменно вы получите большое удовольствие от его прочтения. Остались другие американские оригиналы. Надеюсь, они появятся и будут появляться и дальше. И сейчас, возможно, кто-то уже набирает обороты. В конце концов, без Уильямса не было бы ни Кэндис Оуэнс, ни Лэри Элдера, ни целого ряда других ярких людей, в том числе и чернокожих. Поэтому, конечно же, не стоит уж нам сильно впадать в пессимизм. И будем надеяться, что Америка даст нам еще много великих умов. Америка этим и славится. Но, конечно же, лично мне
то, что теперь в среду я не буду читать колонки Уолтера Уильямса, ну, мне этого будет не хватать. Но я всегда могу перечитать старые, которые, повторяю, это неизменный источник удовольствия, возможности подумать над чем-то, согласиться с Уильямсом или нет. В общем, это уже часть американского наследия, великого американского наследия, в которое ушел великий Уолтер Уильямс. Поэтому вспомним его добрыми словами и ни в коем случае не будем забывать. И еще раз говорю вам, обязательно его почитайте, если еще не читали. Здесь я умолкну, если Сергей что-то добавит, то передам слово. Вы упомянули, что он подменял Раша Лимба, я действительно слушал его, когда он fill in for Rush Limbo. Большой человек, большой. Жаль, конечно, что такие уходят, но, как вы справедливо заметили, будем надеяться, что такие люди все-таки будут появляться. Будут появляться. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся и обязательно продолжим. Напомню, в эфире программа «Час Ивана Денисова». Телефон в студии 847-400-5200. Давайте, наверное, попробуем принять звонок, прежде чем перейдем к следующим темам. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на многочисленные доказательства нарушения в фальсификациях в избирательных участках, именно не только судьи, но и наши республиканцы на местах встали в защиту Байдена и блокируют все попытки команды Трампа добиться успеха и справедливости. А через неделю никого не вызывает сомнения, что выборщики через неделю проголосуют за Байдена. Скажите, пожалуйста, сможет ли, рискнет ли Трамп объявить отчет о чрезвычайном положении? Спасибо. Да, спасибо. Я думаю, что нет. Потому что в такой ситуации это ему ничего не даст, по моему мнению. Потому как вряд ли ему подчиняться, вряд ли он встретит понимание среди представителей своей же партии, и на данный момент, да, ему советуют, я знаю, многие, но мне кажется, ничего из этой затеи не выйдет ни с какой стороны. Ну вот, член Палаты представителей Мо Брукс от штата Алабама заявил, что при достаточной поддержке обеих партий закон о подсчете выборщиков 1887 года может быть использован для оспаривания списка выборщиков отдельных штатов, чтобы эти выборщики были уволены. Ну, не знаю, насколько найдет поддержку этот закон, ну, в смысле использования этого закона в обеих палатах. Что-то как-то я сомневаюсь. Ну, относительно демократов все ясно, а вот что касается республиканцев, похоже, большинство из них просто сливают президента и встали на сторону демократов. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Да, Лена, добрый день. Иван, вы в курсе дела? Я слышал, что директор ЦРУ арестован в Германии во время там захвата сервера. Извините, что перебиваю, там уже столько историй, что ее убили в Германии, что ее ранили в Германии, что ее арестовали в Германии. Скорее всего, нет. Это был бы уже перебор. Так а где она? Она и так не часто мелькала на экранах. Она занимается... Ну, Джина Хаспел, это типичная серая мышь самой бюрократии ЦРУ. В Твиттере вроде что-то она там пишет, говорят. Сейчас у нее свои проблемы, потому что, хотя она ничего хорошего на своем посту не делала, но бюрократия времен Обамы уже требует ее увольнения, например, раз она осмелилась работать при Трампе. Хейден, по-моему, уже об этом писал, или Хейден, по-моему, не Бреннан, а Хейден, что ее обязательно надо уволить, убрать и так далее и тому подобное. Так что у нее проблем своих хватает. Спасибо большое. Ну, а теперь к следующей теме. 105-я годовщина Пиночета.
Да, она уже прошла 2 недели как, но вот, сами понимаете, событий у нас много, а я бы хотел на этом моменте остановиться, не столько даже, чтобы про самого Пиночета поговорить, хотя и про него тоже, сколько о том, как его фигуры, его правление, они, в общем, стали во многом показательным для взаимодействия американского консерватизма, американского истеблишмента с подобными фигурами. И к чему это может привести, вот этот пример такого взаимодействия в будущем? Ну, я напомню вам, что, конечно, у американских консерваторов, естественно, к диктаторам отношение достаточно такое было, ну, скажем, прагматическое. Естественно, что консерваторы, которые опирались на идеи отцов-основателей, или, в крайнем случае, Бёрк и Токвиль, диктаторов, ну, не особенно жаловали. Но поскольку в дело вступали реалии холодной войны, уважение к тем странам, где эти диктаторы были, а чаще эти диктаторы пользовались большой поддержкой населения, то все это означало то, что если человек, ну, уж не устраивает совсем беспредельный у себя режим, а становится союзником Запада, то с ним стоит иметь дело. Тем более, что, как мы теперь видим, на самом деле большинство прозападных диктаторов, они были совсем не тоталитарными лидерами, у них в странах было свобод побольше, чем в Восточной Европе, и так или иначе поддерживать с ними контакты надо было. Что консерваторы поняли совершенно справедливо. Но проблема в том, что вот эти вот прекрасно душные либералы, которые заполонили Госдепартамент во время рузвельтовского правления и после Второй мировой, а также и ЦРУ, и не только прекрасно душные либералы, открытые агенты кремлевские и их друзья, они, конечно же, политику стали разворачивать в другую сторону, а именно, что диктаторы – это плохо, и, скажем, с Салазаром португальским, хотя тоже диктатор, на самом деле, с большим преувеличением его можно таковым назвать, но, как бы то ни было, были испорчены отношения, хотя Салазар, абсолютный англофил, был готов и с Америкой дружить, но вот в результате на американцев все время обижался. С Британией отношения поддерживал. В ряде случаев откровенно аналитики ЦРУ и Госдепа исходили из того, что для борьбы с коммунизмом нужны только левые, или что нужна поддержка левых, так как это потом поможет. И тогда, я здесь немного повторяюсь, не обессудьте, но это придется. Тогда, например, человека по имени Хо Ши Мин приводили к власти, вполне себе дружелюбно смотрели, как человек по имени Фидель Кастро побеждает. И, например, в Вьетнаме, хотя вычислили, что Нго Динь Зьем должен стать лидером Вьетнама Южного, но от него требовали, чтобы он стал социалистом обязательно, потому как, да, только социалист якобы может противостоять коммунистам, а когда Зьем оказался не очень сговорчивым, то так или иначе, когда случился против него переворот, то смотрели в другую сторону и его так или иначе поощрили, этот переворот. Похожая ситуация могла бы сложиться и в Чили, потому что, вопреки мнению и легендам многих, что вот ЦРУ привело Пиночета к власти, ЦРУ и Госдепартамент привели к власти-то скорее Альенде. Я напомню тут, как это происходило, что еще при Кеннеди была такая идиллическая картина, что нужен союз за прогресс с умеренно левыми лидерами вроде Бетанкура в Венесуэле и Фрея в Чили, и что поддерживать надо обязательно умеренно левые силы, а консерваторов чилийских поддерживать не надо. И в результате всего этого, когда были брошены силы на поддержку Томича, христианских демократов, а не Хорхе Алессандри, гораздо более консервативного кандидата, то вот получилось, что ни тот, ни другой нужного количества не набрали, а победил Альенде. В дальнейшем ЦРУ там что-то предпринимало, но я бы не сказал, что очень масштабное. Более того,
в ЦРУ очень боялись на самом деле, что они их притянут к какому-нибудь перевороту, что будет оружие американское задействовано и так далее. ЦРУ этого совсем не было нужно. Так что, если участие и было, то совсем минимально, на уровне какой-то пропаганды антикоммунистической и так далее. Но Альенде он и сам постарался, так как его программа национализации и нахлынувшие в страну кубинские советники и так далее, все это привело к тому, что Чили ухнуло в кризис, и спасать пришлось генералу Пиночету. То, что Пиночет делал для борьбы с коммунизмом и с оппозицией, мы с вами, конечно, можем так брезгливо скривиться и сказать, что это все, да, это не наши методы, и что не надо уподобляться. Ну, как вам сказать, да, не надо, но с другой стороны, сколько народу положили коммунисты по всем другим странам, что они творили в смысле свободы экономических, каких угодно политических и так далее. Ну, извините, выражение «taste your own medicine», да, попробуй что-то сам, свое собственное лекарство и так далее, коммунистам все-таки надо иногда о нем напоминать. И то, что Пиночет напомнил, ну, лично я ему благодарен за это. Тем более, что, придя к власти и вот, да, проводя те меры и действия, которые мы, как сторонники англо-американской модели консерватизма, не очень одобряем, он на самом деле в дальнейшем стал проводить политику гораздо более консервативную и более разумную, чем хотели в том же самом Госдепартаменте и в ЦРУ. Я, кстати, здесь не пытаюсь вам уж так критиковать ЦРУ, но даже Уилмор Кендалл, который там работал, напоминаю, консервативный деятель, он предупреждал, что левые аналитики ЦРУ могут вреда нанести очень много. И прежде всего, как раз Кендалл говорил о Южной Америке, так как он по своей работе в ЦРУ имел о ней некоторые представления, и он выступал за поддержку вот таких диктаторов, но я уж буду это слово использовать, авторитарный лидер, слишком громоздко, как Пиночет. Кендалл, к сожалению, умер, не дожидаясь, он в 67-м году умер, вы знаете, Пиночет пришел к власти в 73-м, но я уверен, что он был бы среди сторонников Пиночета, потому что он говорил, что вот таких южноамериканских лидеров, кто антикоммунистических и готов сотрудничать с Америкой, их надо консерваторам, цитирую дословно, спасать от Госдепартамента любой ценой. Ну, Пиночет, к счастью, спасать, в общем-то, и не пришлось, потому что он нашел хорошие методы и стал привлекать как раз американскую экономическую школу, чикагскую, между прочим. И пусть левые и правые экономисты до сих пор спорят, намного он исправил ситуацию, не намного и так далее, копья ломают, пусть, но он ее исправил. В любом случае, Чили при Пиночете – это страна все-таки гораздо более благополучная, чем Чили при Альенде, и точно, что коммунистов там не было. Но проблема в том, что, во-первых, и Пиночет, я думаю, сам это осознавал, любая экономическая свобода, она рано или поздно влечет за собой свободу политическую, это происходит везде, кстати говоря. В Китае, вы можете сказать мне нет, но в Китае я не буду утверждать, что то, что там происходит, это такая уж экономическая свобода. Так вот, и естественно, действия Пиночета по либерализации экономики, но они так или иначе повлекли за собой со временем и требования свободы политической. Тут, сами знаете, чем все закончилось, Пиночет в конце концов ушел. Кстати, опять не обошлось без давления и Госдепартамента Соединенных Штатов, хотя вроде бы это были рейгановские времена, и казалось бы, но все равно постоянное давление либералов, бюрократов, которые остаются в американской системе, оно было и в те годы. Да, закончил Пиночет, вы знаете, изгнанником, преследуемым повсеместно, что, конечно, безобразие. Но, тем не менее, его, то, что его преследовали, это было тоже во многом
то, что мы с вами видели на примере Маккарти, Никсона, и то, что мы видим сейчас на примере Трампа, кстати говоря. Потому что либеральному истеблишменту обязательно нужно показательно кого-то покарать. Показательно лишить, вынести обвинение и практически лишить карьеры, как это было с Маккарти, показательно изгнать из Белого дома, как это было с Никсоном, показательно, ну, вы сами видите, что сейчас происходит, уже не буду лишний раз об этом говорить. Пиночет оказался тоже в этом ряду, потому что его вот надо было обязательно всем, перед всеми размазать, грубо говоря, как человека, который показал всем, что авторитарный лидер, основываясь на правилах рыночной экономики, экономической свободы, может свою страну выдернуть из тех трущоб, из тех глубин всего того плохого, что наворотил Альенде и же с ним. Поэтому мы получили то, что получили, вот эту самую травлю Пиночета. Но, к счастью, сохранилось некоторое количество людей, которые его защищали изо всех сил. Зачастую это были, кстати говоря, британские консерваторы даже, а не американские, к сожалению. Тэтчер та же самая, с которой с Пиночетом были хорошие отношения. Историк замечательный Пол Джонсон, британский. Все они старались доброе имя Пиночета сохранить и напомнить о его заслугах. Тем не менее, та ситуация, которую я вам только что описал, почему она важна сейчас. Таких диктаторов, как Пиночет, опять я уж это слово использую, ну ладно, не обессудьте, их, в общем-то, наверное, и не осталось. Публика наподобие Путина или там кого еще нас называют, Эрдогана, ну, про Кима и китайского лидера я не буду говорить. Это совершенно однозначно диктаторы, авторитарные лидеры, тоже как угодно их называйте, но они точно не западные. И точно, что с ними никакой дружбы, никакого взаимодействия быть не может и не должно на самом деле. Надо так или иначе им противостоять. Что, кстати, мы наблюдали последние годы, даже несмотря на отдельные высказывания президента. Но то, что Трамп обозначил свою готовность сотрудничать с лидерами, повторяю, не диктаторами, не авторитарными, но достаточно правыми, и которых ненавидит левая пресса, Болсонару, в меньшей степени, сами знаете, я его недолюбливаю, но пресса и левая его тоже недолюбливают, поэтому назову его в этом ряду Джонсон, и тоже знаю, в Израиле к нему по-разному относятся слушатели, но он опять же в этом ряду Нетаньяху. Тем не менее, готовность Трампа сотрудничать с ненавидимыми, повторюсь, левыми лидерами, которые, тем не менее, озабочены контактами с Соединенными Штатами, это было правильно. И сейчас, когда мы видим возвращение тех самых зомби, о коих мы говорили неделю назад, то мы можем получить с вами такую цепную реакцию, которая, опять же, окажется весьма и весьма плачевной. Так как я вам напомнил, что позиция либерального истеблишмента поддерживать только левых социалистов, социал-демократов и так далее и тому подобное, она всегда заканчивалась приходом к власти антиамериканских лидеров и уже реальных диктаторов, так или иначе. Тогда как отторжение действительно достойных правых проамериканских, прозападных лидеров, ну, приводило к ситуациям тоже не самым разумным. И если сейчас вот все эти Блинкины, Салливаны и так далее, и, да, и так далее, и так далее, опять придут к власти и начнут нам проталкивать все эти самые прогрессивные альянсы, прогрессивные союзы, договоренности. А, кстати, тот же Уильямс говорил, что поставить подпись под соглашением не значит решить проблему, что лишний раз
напоминает нам о его великом уме. Так вот, то, что сейчас вся эта публика будет, наоборот, портить отношения, а все идет к тому, и с Болсонару, и с Джонсоном, и с Нетаньяху, скорее всего, то это будет означать, либо этим лидерам надо будет леветь, что мы уже видим по Джонсону, кстати говоря, что очень плохо, либо они опять окажутся в изоляции, и это значит, что их вытеснят левые. Да, Госдепартамент будет радостно левых поддерживать, но левые, все это будет то же самое. Опять антиамериканские лидеры, антиамериканские, антисемитские лозунги, так как это взаимосвязано. И вопреки этим радостным возгласам либералов в Европе и в России, что теперь Америка вернется к лидерству, по моему убеждению, отсутствие правильного взаимодействия с лидерами вроде Пиночета, пусть на сегодняшний день, еще раз говорю, таких и нет, все это ухудшит ситуацию. И, как это ни странно прозвучит, но крики о том, что при Трампе Америка была в изоляции, а теперь наоборот, все это закончится с точностью, с противоположным эффектом. А именно, левые лидеры антизападные, антиамериканские, и на их фоне Соединенные Штаты, да, будут частью каких-то соглашений, будут частью каких-то сделок, но будут полностью бессильными и ничего не смогут сделать. Конечно же, очень досадно, если этим все закончится. Конечно же, мне очень бы этого не хотелось. И, конечно же, есть какие-то возможности, я уже говорил, противостоять, отбиваться, но, тем не менее, мы должны с вами эту опасность иметь в виду. И помнить, что по-разному, да, можно относиться к тому или иному лидеру, но если он проводит экономические реформы, так или иначе несущие свободу, если он готов быть открытым проамериканским силам, сотрудничеству с Вашингтоном, и мы видим, что с этим человеком нужно взаимодействовать, то нужно это продолжать. Консерваторы это знают в основном, либералы нет. Ну и, увы, я им не могу ничего исправить, это у них в уме такое. А Пиночет, вспомним, все-таки, ну, Уильямс, конечно же, куда более, на мой взгляд, приятный человек, и его точно надо поминать только добрыми словами. Ну, а Пиночета, давайте так скажем, мы все-таки будем вспоминать с уважением, как человека, который остановил коммунизм в своей стране и который показал Южной Америке, что консервативные силы в этом регионе, они тоже сильны, и они с коммунистами тоже могут разобраться как надо. Так что генерал в полном порядке, с прошедшим днем рождения. Здесь умолкну, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Я бы хотел пару слов сказать о кубинской революции, коль скоро вы упоминали все-таки Фиделя Кастро. По-моему, то, что кубинская революция произошла благодаря, и не только, ну, просто два момента, которые бы я хотел отметить. Благодаря пропаганде, поскольку Че Гевара обеспечил Фиделя Кастро мощной радиостанцией, и тот занимался пропагандой, гнал ложь чистейшую, тем самым зомбируя кубинцев. Ну и, конечно, средства массовой информации Америки, которые способствовали восхождению, свершению этой революции. Леволиберальные СМИ, а в то время все СМИ были леволиберальными. А потом, скажем, там 20 лет назад появились какие-то консервативные, я не помню, Fox News, по-моему, 20 лет назад. Ну а что касается сегодняшнего дня, есть ли у нас правые СМИ, остались они? Да, я еще только добавлю, что сам Кастро, помнится, говорил, что я получил свою работу, имея в виду лидера, благодаря Нью-Йорк Таймс. Опять Нью-Йорк Таймс, как видите, мы никуда без них, какая-то гадость, там обязательно они. А помнится, люди, которые сидели в резидентуре ЦРУ, они писали радостные доклады, что мы тут все за Кастро, пусть он побеждает и так далее. Так что это все есть. Да, опять мы, вот, тема одна остается, а времени мало.
и, видимо, перенесем ее на следующий выпуск. Но пока только скажу, что когда-то, да, казалось, есть в Америке противостояние лево-либеральной прессы и право-консервативной. Потом мейнстримная пресса в годы Рузвельта, прежде всего, превратилась в, так или иначе, в либеральную. Какая-то более левая, какая-то менее. А где-то, наверное, только уже с сильным запозданием, благодаря Бакли в 50-е годы, стало намечаться появление такого правого противостояния. Оно было сперва не очень значительным, потом набрало ход. В 21 веке с развитием интернета мы увидели Брайтбарта. Но, тем не менее, выборы и нынешнее состояние правых СМИ повергают нас все-таки в некоторый пессимизм. А вот насколько этот пессимизм оправдан и какие есть способы из этого кризиса выбраться, они, кстати, есть. Здесь все-таки ситуация немного попроще, чем с образованием. И здесь, я думаю, можно как-то разобраться. Но, видимо, об этом уже в следующий раз. Обязательно. Обязательно. Очень острая, животрепещущая тема относительно средств массовой информации. Еще более болезненная тема с образованием. Но об этом в следующий раз. Спасибо огромное и до встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи.